Всем привет! С вами Антон Аверин, и в этом выпуске я продолжаю рассказывать о приемах обработки пейзажа. Из одного выпуска вы уже знаете список инструментов и горячих клавиш, которыми я пользуюсь при обработке чаще всего. Поэтому я не буду заострять на это внимание. Если что-то будет непонятно, оставляйте комментарии под видео. В вводном уроке я рассказал общий принцип работы масок на простых примерах. Пора попробовать что-то более сложное. Сегодня я расскажу немного о яркостных масках и покажу, как строить некоторые из них. Итак, яркостные маски. Это такие маски, которые построены на базе яркости в каждой точке кадра. Как вы уже знаете, белый цвет маска работает, черный цвет маска не работает, но и градации влияют на силу эффекта маски. Таким образом, если построить маску на основе освещенности, то мы можем получить такую маску, которая, например, будет работать только для очень ярких участков изображения, или наоборот, для очень темных участков. Давайте посмотрим на примере. Например, вот такая маска, она будет влиять в основном на светлые участки изображения, немного затрагивая темные участки кадра. И если мы такую маску применим кривой и попробуем потянуть эту кривую немного вниз, то обратите внимание, что в основном меняются темные участки изображения. И если кривая, которая, судя по этой гистограмме, захватывает довольно большой диапазон света в изображении, если мы ее немного выправим, постараясь, не затронув теневые участки, нижнюю часть диапазона, то эффект будет локализован только в светлых участках. Или, например, другая маска. Эта маска, наоборот, затрагивает в основном темные участки изображения. Как вы видите, белым цветом помечены те участки маски, которые работают, черным, которые не работают. Если поработать с такой маской на кривой, то можно, немножечко потянув ее вверх, осветлить тени. Как вы видите, остальное изображение практически не меняется. Меняются только теневые участки. Я знаю, есть и другие способы сведения изображений, но при обработке я пользуюсь преимущественно масками. Маски – это очень гибкий инструмент, который дает возможность, например, очень быстро и натуралистично свести несколько экспозиций. Или, например, локализовать какой-то эффект только в светлых участках изображения или только в темных. А при правильной комбинации и при использовании приемов, как я в вводном уроке показывал, можно взять группу и локализовать эффект еще больше. То есть, например, что можно сделать конкретно здесь? Мы можем не выправлять нижнюю часть кривой, оставить эффект таким, сгруппировать этот слой, наложить маску, сделать инверсию и проявить эффект только там, где он нас интересует. Например, в этой части изображения. То есть с помощью вот этого приема с группой и накладыванием маски поверх маски можно контролировать, в какой части изображения вы хотите проявить какой-то эффект. Давайте же попробуем разобраться, как такие маски можно строить. На самом деле, я очень долго не мог понять, как этого можно достичь, и мне казалось, что это очень сложный прием, который знают только гуру фотографии, но на самом деле все оказалось очень просто. Давайте удалим наши старые маски. Давайте попробуем разобраться, каким образом можно построить маску, которая будет влиять только на светлые участки изображения. Для этого перейдем в раздел «Каналы». Итак, для того, чтобы создать маску, нужно, удерживая левую клавишу Ctrl, кликнуть на канале RGB. Мы получим какое-то выделение на экране, и, нажав на кнопочку «Создать маску», горячая клавиша Ctrl-D снимает выделение. Мы получим нашу первую маску. Назовем ее Lights 1. Эту маску вы уже видели, именно ее я использовал в качестве примера. Это маска, первая градация яркости, которая захватывает просто какие-то яркие участки на изображении, не сильно локализуя свое действие. Это самая простая маска. Для того, чтобы получить следующую градацию яркости, маску, которая будет влиять только на очень яркие участки изображения, нужно сделать следующее. Удерживая левую клавишу Ctrl, кликнуть по слою Lights 1, который мы только что создали по каналу. Затем, удерживая левый Ctrl, левый Alt и левый Shift, обратите внимание, что при наведении на канал у вас курсор превратится в перекрестие. Нужно кликнуть по каналу Lights 1.
Как вы видите, выделение немножечко изменилось. Создаем новую маску. Называем ее Whites 2. Не забываем снять выделение. Этот прием, которым мы только что воспользовались, называется пересечение масок. Честно признаться, я довольно плохо представляю, как он работает внутри. Если кто-то может мне это объяснить, я буду рад комментариям под видео. Но для нас важен, собственно, результат. Фактически, довольно простым действием мы смогли получить маску, которая будет воздействовать только на светлые участки изображения. Давайте попробуем ей воспользоваться. Находясь во вкладке «Каналы», удерживая левую клавишу Ctrl, кликаем по слою Whites 2. Фактически мы выделили то, что находится на этой маске. Переходим в раздел «Свои» и создаем новый корректирующий слой «Кривую». Когда у вас есть какое-то выделение на экране, что-то выделено, вы видите, вот эти марширующие муравьи бегают по экрану. Когда вы создаете корректирующий слой, вот то, что выделено на экране, оно автоматически применяется в виде маски к тому слою, который вы создали. Собственно, поэтому нужно не забывать иногда снимать выделение с помощью горячей клавиши Ctrl-D, потому что некоторые маски, они что-то выделяют на экране, но при этом вот этих марширующих муравьев не видно, потому что слишком маленький эффект от маски. Но при этом выделение все равно присутствует, и если вы его не снимете, то вы все время будете работать только по выделенной области. Итак, создаем нашу маску. Как вы видите, наша маска, которая называлась Whites 2, сейчас применилась к этой кривой. Посмотрим, как она будет влиять на изображение. Как вы видите, по той гистограмме, которая сейчас покрыта данной маской, мы захватываем в основном светлые участки изображения, а также немного светлых оттенков в среднем диапазоне. И если мы будем работать с кривой, то наш эффект данного корректирующего слоя, он будет ограничен только светлыми участками изображения. То есть, как вы видите, мы не затрагиваем тени вообще, потому что теней на этой гистограмме нету. Маска их не покрывает. Если мы отключим маску, отключить маску можно, удерживая левую клавишу Shift, кликнуть по маске. То мы увидим, что если бы мы применили просто кривой, корректирующий слой в виде кривой, без маски, который бы выглядел вот таким образом, то наш эффект нашей фотографии выглядел бы примерно так. Но как только мы локализуем этот эффект по светлым областям, все очень сильно меняется. Давайте попробуем создать более сложные маски, сделать следующие градации эффекта освещенности. Прием тот же самый, мы с левой клавишей, с удержанием левой клавиши Ctrl кликаем по слою Whites 2, держим Ctrl, Alt, Shift, пересекаем, создаем новый слой, снимаем выделение, называем его Whites 3. Создадим также Whites 4. Как вы видите, конкретно на этом кадре очень сильно пересвеченных областей нету. Это связано с тем, что данная фотография уже сведена и обработана, поэтому динамический диапазон здесь достаточно хорошо расширен. На обычной равке, скорее всего, у вас будет довольно много пересвеченных областей, особенно если это светлая экспозиция. Собственно, на этом все практически. Вы получили 4 маски, которые позволяют локализовать эффект в определенных участках светлого диапазона изображения. Как их можно применять? Во-первых, в основном маска яркости используется для того, чтобы свести несколько экспозиций. Когда вам нужно, например, выделить только светлые участки с темной экспозиции и наложить их на более светлую экспозицию сверху, для того, чтобы получить натуралистичное изображение с расширенным динамическим диапазоном. Также можно пользоваться масками для светлых областей, для того, чтобы работать со светлыми участками. То есть, например, у вас есть небо, и вы хотите тщательно проработать детали, тогда вы можете погасить самые яркие участки, например, с помощью маски Whites 4, а затем с помощью маски Whites 2 или Whites 1, в зависимости от того, насколько яркое у вас небо. Вы можете попробовать проработать их кривыми, повысить какой-то контраст и получить интересные эффекты. Ну и третий основной
момент, где используются эти маски, это в случае, если вы снимаете воду, например, у вас либо водопад, либо просто бежит вода. С помощью вот этих четырех масок можно очень интересно обыграть струю в воде. Ну и, конечно же, никто вам не запрещает придумывать какие-то свои способы использования этих масок. Надеюсь, то, что я рассказал вам в этом уроке, позволит вам получить более качественное изображение и прийти к более натуралистичным результатам вашей пейзажной фотографии. Всем спасибо, жду комментариев под видео. Удачи!